добрый вечер, потому что уже вечер. Слава Богу, мы оказались в поле. Прошло определенное время. С одной стороны, когда нам дается время, или вернее, что-то мы очень хотим сделать в этой жизни, и вот никак время тянется долго. В моем случае это было так же. Но нет худа без добра. Потому что, когда нам дается на что-то время, мы можем что-то усовершенствовать. И я тоже кое-что для себя открыл. И перед съемкой сегодня, надеюсь, нам повезет с погодой уже точно. Сейчас все хорошо. Ну, во всяком случае, все по прогнозам так. Я хочу вам показать, как я решил сегодня отснимать вот нашу сессию, наши кадры, наши лайты, дарки и прочее, для вот того, чтобы мы запечатлели туманность Андромеды. Я решил вот простой монопод. Напомню, условия нашего лайв-шоу очень простые. Как можно потратить меньше, да, для того, чтобы вот по минимуму все, что есть у человека, обычного нормального человека, вот его фотобарахла, там, смартфон и прочие вещи, сделать так, чтобы сделать какую-то достойную вещь, Deep Sky объекта. Я решил попробовать из простого монопода сделать такое а-ля экваториальную монтировку. И в этом мне очень поможет, наверное, вот наш Android. Потому что смысл-то этой игры заключается в том, чтобы сориентировать площадку, в данном случае этого трипода, строго на север, да, с одной стороны, с другой стороны выставить уровень и узнать координаты своей местности и выставить углы, как минимум, не долготы, но хотя бы широты. И для этого нужно было бы очень много инструментов. Ну вот, прекрасно есть программа, и эта программа называется Smart Tool. Сейчас я вам ее чуть-чуть покрупнее покажу, и каждый может закачать ее бесплатно. Вот она выглядит вот так вот. Мы нажмем здесь сначала Yes, потому что мы там уже были. Вот это вот такая программка. Эти иконки, могу сразу вам сказать, работают достаточно точно, несмотря на то, что это бесплатное приложение. Я сейчас не рекламирую ничего, но я вам сейчас покажу, как можно, вот, допустим, сегодня... Это реализовать, вот, сориентировать вот это нехитрое устройство для того, чтобы мы потом ввели объект только по одной оси RA, как говорят крутые астрономы. Ну, первое, что я всегда советую вам сделать, сейчас мы из нее выйдем, это, приехав на местность, сделать простую вещь. Включить GPS-навигацию, определить свои координаты и обязательно их, конечно же, записать. Вот я их записал. Наша широта сегодня 46 градусов 57 секунд и долгота 31 градус. Долгота, еще раз повторю, не столь принципиальна. Теперь нам нужно с вами что с этим делать и как это все выставить, чтобы это было похоже на какое-то серьезное, ну, и рабочее, надеюсь, устройство. Но прежде всего все начинается с того, что вы определяете место, на которое будете ставить свой трипод, и в дальнейшем его уже трогать не придется. Поэтому обоснуйте его так, чтобы никому не мешать, чтобы рядом не было дорог пыльных, там, ну вот, прекрасная погода, прекрасный вечер, мы вообще на Телегуле находимся. Кстати, один из моментов, как определить место, да, есть прекрасная такая Google карта затемнений, да, то есть по карте можно найти, какие самые темные места, и заранее спланировать выезд именно в эту точку. Ну, возле крупных населенных пунктов, понятно, это невозможно. Поэтому вот мы отъехали от Одессы где-то 35-40 километров. По карте здесь показано, в общем-то, ну, совсем уж темно должно быть. Хотя карта картой, но цивилизация рвется в жизнь человека. Поэтому здесь то коровники, то какие-то деревни. Вон там мотоциклы, вон там автобусы какие-то ездят. Но это все равно не та засветка, которая, естественно, есть в городе. Итак, давайте перейдем, потому что темнеет. Как всегда, времени не хватает, а работы у нас с вами еще подготовительной достаточно много. Что сделать первое? Первое, мы должны сориентировать свой трипод таким образом, чтобы одна из ног, я это советую, потом в дальнейшем вы поймете почему, пока просто примите на веру, вот одна из ног должна смотреть приблизительно на север. Ну, сделать это можно несколькими способами. Первый способ самый простой, да, у нас, ну, есть, допустим, там, устройство под названием компас. Ничего тут сложного. Все его в детстве, как говорится, видели хоть один раз. Но я говорю, если компаса нет, ничего страшного. Потому что есть великолепное устройство, которое вот приложение Smart Tools. И вот здесь тоже есть компас. И если я нажму вот этот компас, вот, пожалуйста, вы видите, он крутится. Причем крутится он в отличие от такого компаса. Его можно как угодно, как говорится, перекашивать. Да? Вот.
И вот сейчас он показывает нам север. Причем я сразу говорю, что вот здесь север на этом приложении показывает географически. А магнитный компас показывает магнитный север. И в этом тоже есть существенная разница. Если бы у нас еще не было одного приложения, вот это все, что я говорю, это очень злободневно. Это я говорю для тех людей, которые, вот, может быть, не знают, как вот сориентировать вот эту вот площадочку трипода на северную полюс. Мир всемирный, да, вокруг которого все вертится, и вот поэтому, чтобы компенсировать смещение звезд. Что нам нужно? Мы сказали, что мы находимся на широте 46 градусов 57 секунд, и первая задача, которую нужно решить, как же выставить вот этот угол. Есть в этом приложении вот такой вот транспортир, мы его можем активизировать. И поворачивая, начинает включаться ваша камера на смартфоне. Ну, есть тут два режима, мы его можем сделать, чтобы он не моргал. И вот если мы его поворачиваем туда-сюда, вы видите, что здесь циферки меняются. То есть от наклона мы можем точно до 10 знака установить, в том числе, свою широту. Давайте сюда подойдем чуть ближе и посмотрим, как это работает. Вот смотрите, ну, вы уже видели эту известную мою из оргстекла кошмарную площадку. Я ее зажал простым винтиком, да, креплением кистевого ремня, отстегнул от камеры. И вот мы просто поставили площадку. Первое, что мы сделали, мы сориентировали приблизительно одну из ног на север. Приблизительно, не надо точно. Следующий момент, вот здесь есть пузырек, уровень, да, и вот мы его выставили ну, достаточно точно, чтобы площадка была ровная. Перед тем, как выставлять площадочку, вот здесь у нас есть еще такие меточки, я сейчас покажу. Вот, и эти меточки надо совместить. Не на каждом есть штативе, но если они есть, лучше совмещать. Чтобы мы были с вами уверены, что при вращении площадки везде будет достаточно точный уровень. Следующий момент, если у нас вот такого уровня нету, то вот опять же смартфон приходит к нам на помощь. Но перед тем, как мы поговорим об уровне, вот я покажу, как работает вот этот угол. Наша задача выставить эту площадку, сообразуясь с широтой нашей местности. Я сказал, широта нашей местности у нас 46,57. И вот мы начнем наклонять. И что начинает происходить? Вот циферки наши побежали. Сейчас 31, 32, 33, 34, 37. Вот мы приближаемся к нашим, ну, 44, 45, вот 46. И я начну уже точнее ловить десятые градусы. Если 57, округлю до 6, то это не столь принципиально, я сейчас покажу почему. То есть смысл ясен, вы можете выставить любую свою вот высоту достаточно точно, зажали. Теперь мне эту площадку надо сориентировать строго на север. И здесь я это могу сделать при помощи другого инструмента, который здесь идет, это вот этот компас. Ну, а естественно, я сначала должен был бы поставить сначала компас, да? Сориентировать площадку строго на север. Вот, когда параллельно эта стрелка идет наша приблизительно. А потом уже выставлять ее, сообразуясь с моим углом, который я тут же вызываю на этом приложении. Смысл, надеюсь, вам понятен. Я еще раз повторяю, мне, как это, Android ничего за это не платит, просто я делюсь. Здесь есть также маленькая рулеточка, очень удобно, в дюймах, в сантиметрах. Фонарик и прочие вещи. Кстати, о фонариках. Сейчас я отсюда пока временно выйду, потому что я хочу кое-что вам еще показать. Есть такое приложение «Фонарик». Ну, в принципе, это не новость, у многих он им пользуется. Но у «Фонарика» в бесплатном приложении мы знаем, что красный свет очень полезен, да, для, когда мы делаем астрофотографию, потому что аккомодация глаза, то есть его адаптация к темноте, на красный свет не реагирует, и мы, что-то подсветив, что-то поправив, можем всегда потом посмотреть на небо и увидеть, как бы не терять ориентацию. И вот здесь я нашел великолепную вещь. Это цвет экрана. Видите, он красный. Вот этим я буду пользоваться, когда в темноте, в абсолютной, мне надо что-то будет посмотреть. Там количество кадров или какие-то настройки, или что-то собьется. То есть это тоже очень полезно. Все в одном устройстве. Я ничего не покупаю. Я ношу его с собой, просто закачиваю нужные мне приложения и пользуюсь. Я показал, что вот при помощи этих нехитрых вещей можно устроить так, чтобы вот наша площадка смотрела как, ну, грубо говоря,
Это если бы через искатель полюса в профессиональной монтировке мы бы с вами находили эту полярную звезду, и потом вокруг нее все происходит, весь эти танцы с бубном. Почему я это все начал делать? Штатив не очень устойчивый. Я его, никак, к сожалению, никак не могу найти что-то такое, что мне нравится. Поэтому, если вращать по двум осям и ловить объект в момент ведения, то вероятность того, что сотрясения идут, естественно, вероятность выше. Поэтому я пожелал свести все к минимуму, чтобы вести только в одной оси, а это уже было закреплено. Насколько это будет точно, ребят, я не знаю. Поэтому все в работе проверится, и я вам потом доложу. Теперь я подумал, как говорится, пошел немножко дальше. Конечно, можно выставлять точный угол широты, четко сориентировать на север и ждать звезд, чтобы вышла полярка, и если со зрением все у вас окей, вы даже ее найдете. Но тогда нам нужно сюда все равно искать какой-то примитивное ставить устройство, которое бы ловило эту полярную звезду, и, а скорее всего, что около полярную зону. Не всегда со зрением у людей хорошо, как у меня. Поэтому я решил в достаточной степени точности запустить ту программу, которую я вам уже показывал. И покажу, как это просто работает. Вот для этого мы сейчас еще раз попросим нашего удивительного оператора, чтобы он подошел. И я вам покажу, что я сделал. Значит, я сказал сразу, при выходе на местность, первое, что я советую, это запустить GPS-навигацию и больше, как говорится, ее не трогать. Потому что, когда есть GPS-навигация, ориентирование по Google Sky Map очень точное. Вот мы вызываем приложение Google Sky Map. Она тоже бесплатная, она тоже скачивается и так далее. Ну вот можно его уменьшать, увеличивать и так далее. Нам нужно в поиске найти с вами простую вещь. Вот поиск. Вот мы должны с вами набрать полярная звезда. Вот она, полярные звезды. Это правильно, что полярные звезды. Почему? Потому что их на самом деле это три. И он нам начинает показывать, где же это будет полярная звезда. Как же ее сориентировать так, эту полярную звезду, да, чтобы, ну, во-первых, видеть, да, потому что как бы оно не совсем тут будет видно. Вот опять же, простой кусочек оргстекла нам очень нас выручит. Мы не говорим, что это будет точно, но это будет достаточно точно. Сейчас я вам покажу, как это будет происходить. Ну вот, смотрите, мы запустили программу Google Sky Map, мы поставили на простой кусочек оргстекла, который у каждого найдется в хозяйстве, для того, чтобы просто видеть. И наша задача получить желтый круг. И вот в центре круга мы видим объект, это и есть наша полярная звезда, которую мы задали в поиск. Вот она. Теперь наша задача, чтобы она как можно больше стала в центр. Таким образом, плоскость нашей площадки будет смотреть, ну, скажем так, относительно строго на полярную звезду. Можно это дело, ну, скажем, сделать более точно. Для этого мы берем и увеличиваем масштаб карты. Достаточно можно очень сильно увеличивать его. Но не сильно, потому что сейчас вот чуть-чуть я его увеличил, опять поставил, и вот уже, видите, более крупная стала полярная звезда. То есть мне легче ее вывести в центр. И вот она гуляет по мере того, как я двигаюсь. Значит, мне нужно сделать так, чтобы как можно точнее она была в центре. И вот тогда мне вот эти компасы, угломеры не сильно-то нужны, потому что вон чудеса на виражах. Но я вам даже больше скажу, когда стемнеет, и мы с вами еще четче увидим здесь так называемые экваториальные, вернее, меридианные линии, они здесь нанесены, потому что сама-то полярная звезда тоже имеет определенный период вращения, там не помню, около там сколько-то дней вокруг. Поэтому в идеале полярная звезда должна выводиться на край круга, вот так вот. Тогда мы поднимаемся строго с вами на север. И должна стоять здесь. Но вот ее положение, это уже определяется специальным образом. Вот видите, мы его сейчас ушли с полярной звезды. И вот он показывает, надо идти вниз. И вот сразу желтым круг. Но мы достаточно с вами точно определили вот нашу плоскость. Теперь при зажатии, вот когда мы это все зажимаем, мы должны посмотреть, чтобы вот эти мини-люфты, которые есть в любом штативе, в крутом и не очень, не сильно сбили нашу, как скажем, настройку. Когда, как говорится, небо даст звезды, мы еще раз перепроверимся. Но так как GPS-навигация включена, позиционирование включено, достаточно точно работают эти устройства, вот эти приложения, мы с вами сегодня можем сказать, что мы смотрим с вами, ну, на полярную звезду. Вот простое устройство стеклопластика, да, плестеглаз или там как это, оргстекло. И вот современные чудеса инженерии, да, это андроиды и прочие вещи,
дают нам достаточно точное ориентирование без искателей полюса в пределах того, что мы все равно будем гидировать вручную. Вот наша ориентировка. Все, вот после этого мы с вами уже ничего трогать не можем. После того, как мы с вами установили вот это строго на полярку, нашу плоскость, сориентировали, нам, в принципе, вот это стеклышко уже не нужно. Мы его просто откручиваем с вами. Полевые условия, все летает. И отставляем в сторону. Теперь пришла очередь установить нашу как ось RA, да, то есть по экваториалу, чтобы у нас все вращалось. Ну, здесь нам на смену приходит простая шаровая головка, вот, которую мы должны с вами поставить вот в этой плоскости. И потом закрепить уже камеру. Ну, здесь это все решается достаточно просто. Я еще раз повторяю, если что-то, не дай бог, там сбилось, там зашли, там зацепили, не бойтесь этого. Вот при наличии таких простых инструментов всегда все можно, как говорится, поправить. И к тому же здесь мы не добиваемся идеальной, скажем, точности, потому что у нас нет ни часовых механизмов, ничего. Ну, здесь мы просто закручиваем, как все вы догадываетесь. Тут уже идет, как говорится, штатная процедура. Мы устанавливаем шаровую головку. Естественно, нужно иметь какой-то с вами типа пятак. Ну, сейчас я его потом закручу уже, как говорится, вне камеры. Сейчас просто я вам хочу показать принцип, чтобы было понятно, что, зачем, почему. Вот, сюда будет ставиться камера, которую вы уже видели много раз. И, кстати, мы чуть-чуть тоже произвели здесь усовершенствование. Это, если вы помните, с первого ролика здесь какие-то штыри торчали, что-то такое, все колебалось, клепалось. Здесь просто я прожег такую продольную щель при помощи такого же хомута и продел его вот именно непосредственно уже на само основание, на само основание искателя. Поэтому это стало очень жестко. Все это уже как бы готово к работе. Единственное, что перед съемкой мы, естественно, проверим соосность. Но об этом и о настройках камеры я отдельно сейчас поговорю. Дальше вы, наверное, понимаете, как это все дальше работает. Зачем нам нужна эта будет планка, вы тоже, наверное, догадываетесь, потому что нам надо ее сбалансировать. Как балансируется камера, если у нас такая шаровая головка? Понятно, что у нас вот данный угол идет 46 градусов, 46 с минутами. И поэтому камера, которая будет вращаться, вот сообразуясь за небосводом, мы будем ее подводить, наблюдая в искатель, она будет все время в дисбалансе. Поэтому очень полезно иметь вот такую площадку, которую мы можем с вами центр тяжести менять. Но перед тем, как ее ставить, эту камеру на площадку, я рекомендую всем произвести предварительную такую балансировку, чтобы знать, где центр тяжести. Ну, в данном случае, вот мой палец, это как бы ось, на которой вращается все. И я просто смотрю, вот она валится назад, значит, мне надо сюда чуть-чуть перебросить палец. И вот она пошла вперед. Значит, грубо говоря, вот этот наш сегодняшний здесь хомут, это и есть та точка центра тяжести, которая более-менее балансирует всю эту конструкцию. Значит, мне надо на оси совместить, вот так вот поставить этот аппарат. И по мере того, что он, конечно, будет в зенит смотреть, мне можно его даже двигать чуть-чуть сюда, чтобы облегчить и разгрузить вот именно непосредственно вот этот узел. Дальше мне нужно двигать, будет гидировать после того, как я наведусь на какую-то там свой объект, вот отпустить просто эту ось. И вот, собственно, конструкция, ну, сейчас вам просто так покажу. Вот она идет. Вот идет с горизонта, к примеру, но с горизонта мы снимать не будем. И вот по мере восхождения объекта мы идем только по одной оси, поправляя через 20 кадров. Сейчас о съемке поговорим отдельно, потому что быстро темнеет. Таким образом, я уже не трогаю широту, я только по азимуту слежу за объектом. Насколько это будет точно? Ровно настолько точно, насколько мы выставили точно ориентировку на полярку. Как еще можно выставить полярку? Очень просто. Можно, конечно, взять указку, ну, лазерную, и установить ее, грубо говоря, перпендикулярно плоскости площадки. И когда выйдет звезда, постараться туда попасть с какой-то с точностью вероятности. Но я не думаю, что это настолько сейчас принципиально, потому указки имеют тоже свои ограничения. Самолеты летают, егеря ездят, и вообще мы живем среди людей. Поэтому каждый выбирает свое. Конечно, сейчас кто-то из умников скажет: боже, зачем так все сложно? Я напомню, мне стало интересно, как вот просто что у меня есть под рукой, с минимальными затратами там что-то отпилить, просверлить, сделать, пытаться сделать то, что, может, в конце мы с вами и увидим, когда будем складывать наши уже кадры. А сейчас мы с вами, я сейчас все закреплю, отстрою, и мы отдельно с вами поговорим о настройках камеры перед съемкой.
Ну вот смотрите еще, друзья, один нюанс, который я вот сейчас тоже хочу сделать ваш акцент на этом. Вот мы приблизительно выставляем центр тяжести, мы сказали, что это приблизительно в районе хомута и оси. Ну вот мы его подвинули, насколько могли, но тут можно двигать еще. Вот, это вот чуть-чуть сделать завалом все-таки к объективу лучше, потому что мы под углом будем снимать однозначно. И зафиксировать это, то есть это, ну скажем, сделать, ну, насколько это возможно. Это облегчает просто работу узла, меньше перекосов, люфтов, поэтому плавнее мы можем потом... Вот один винтик отставили, подвели, зажали, отсняли, поехали. Здесь вот такое хитрое устройство, может, вы обратили внимание. Простой калибр хомут для прокладки водопроводных труб, которые у меня остались после ремонта. Здесь отверстие родное было в ручке. Я его сюда влепил через пробку. Зачем я это сделал, наверное, многие догадались. Дело в том, что здесь, конечно, вы увидели, что огромный дисбаланс. Вот почему я говорил, что ногу... на север выставлять опорную в сторону севера, чтобы штатив не заваливался, потому что здесь вот сейчас находится, я измерял дома, 2 килограмма 460 граммов. И, соответственно, в идеале на ручку бы сюда нагрузить нам приблизительно не такое же количество, а соотношение меряется как? Вот наш рычаг, ну дальше из школы мы помним, рычаг, ну скажем, ручка в два раза больше, чем усилие, которое передается на этот рычаг. Соответственно, если здесь 2600, мне сюда надо в идеале кило 300 где-то сделать, нагрузить. Вот для этой цели я захватил такой необычный прибор, сейчас покажу, раритет. Называется прибор авоська. Вот, ну, такое достать не знаю. Можно не авоську, можно целлофановый пакет, мне почему-то авоська понравилась. И вот кантер, который, ну, очень неточный, но нам сейчас не важна точность. Нам важно вот что, вот мы цепляем, ну, условно говоря, это динамометр получается. Я буду подтягивать его вниз и смотреть, что когда начнет реагировать конструкция, потому что она, естественно, такая хлипенькая, но для работы затвора, срабатывания затвора, она не будет давать больших погрешностей. Я вот начинаю давить, и вот я вижу, что пошло. То есть начала как бы конструкция выбирать люфты. Все, дальше она не идет. Значит, мне порядка вот, ну, данное показание, потому что это не точно, но в данном случае мне надо где-то нагрузить авоську эту на вот килограмм. Если я его сюда, вот эту всю конструкцию привешу, и вот могу даже зажать ее здесь, видите, как все продумано, когда трубы кладутся, да, то я еще больше облегчу, выберу все люфты, и таким образом на этом хлипком штативе сведу к минимуму, ну, вероятные вибрации. Теперь от механики перейдем, то, что я вам обещал, к некоторым вещам, на, как скажем, настройкам камеры, как, чего мы будем снимать. Перед тем, как снимать, мы, естественно, подготовим с вами, сейчас я нырну под объективчик, кое-что возьму в руки и покажу, что мы делаем предварительно. Итак, смотрите. Ну, у нас вот есть такие пультики, я уже показывал их когда-то, да? Это дистанционный пультик. Интервальной съемки. Поэтому вот сам модуль, конечно, было бы идеально вставить, куда вставляется у нас с вами вспышка, но наша конструкция не позволяет это сделать. Поэтому ничего страшного, мы этот модуль располагаем, ну, не знаю, в удобном любом месте. Не принципиально, лишь бы он вам сильно не мешал. Подключаем его к камере. Ну, у каждого свои разъемы, у каждого свои камеры. В данном случае на Sony A99, вот тут есть этот разъем. Все. Почему я это сделал? Я бы мог этот шнур, конечно же, подсоединить непосредственно к вот этому модулю и каждый раз подходить, что-то менять, нажимать, но я хочу избежать прикосновения к камере в момент вообще съемки. Поэтому я вот поступил таким образом. Если у вас есть такая возможность, сделайте. Если нет возможности, я не думаю, что это представить. Я цепляю этот модуль, к примеру, вот, допустим, на зажимные винты основания нашей экваториальной монтировки под названием штатив. Все, вот она себе стоит. Дальше. Начнем заниматься настройками камер. Итак, первая настройка. На барабанчике мы ставим с вами буковку М. Сейчас я ее тут подведу так, чтобы она была более-менее видна, или стану так, чтобы вот совсем было все видно. То есть режим ручной. Фокусировка на объективе только ручная. Ставим ручную фокусировку. Вот она ручная, потому что не на автомате, на М. Это даже не обязательно, ну, показывать. Это, я думаю, что всем, как говорится, хватит ума это сделать. Теперь переходим к основным настройкам, которые, ну, в общем, я считаю принципиальны. Мы с вами будем снимать три вида файлов. Light, то есть непосредственно объект звезды,
ну, наша туманность Андромеды. Второе мы будем с вами делать, это дарки, то есть закрытой крышкой на тех же ISO и выдержкой. По-моему, флеты, когда на максимальной выдержке с закрытой крышкой. Для того, чтобы убить максимально все шумы, которые будем получать. Потому что снимать мы с вами будем на ISO 6400. Не бойтесь этого ISO. Потому что, когда мы снимаем астрофотографию, мы можем достаточно серьезно повлиять на шумы. Один маленький момент. Любой объектив, который вы будете использовать, 200-300 мм, я рекомендую снимать с него все фильтры. Я лично снял, потому что даже мини-контраст, который сжирает любой фильтр, мини-режим этот контрастный, это может отразиться, потому что, ну, свечение звезд, оно очень слабое. Поэтому я его снял. Рекомендую снимать. Не хотите — не снимайте. Что я еще буду делать? Я иду в меню камеры, да, вот оно, это меню, и слежу за тем, чтобы обязательно были сделаны некоторые обязательно моменты, а именно... Прежде всего, должны быть отключены у нас с вами любые, ну, антикачалки, то есть стабилизаторы. То есть первое, что мы сделаем с вами, ну, проверим, что оно в RAW-конвертации установлено, потому что мы в RAW-файле будем снимать и только в RAW-файле. Шумы мы отключаем, любые коррекции шумов, потому что камера должна быстро обрабатывать снятое, а снимать мы будем на 1 секунде с вами. 6400, максимально открытая диафрагма. Для этого фокусного расстояния, для этого объектива 5,6. Дальше мы с вами убираем стедики, эти отключаем, да, то есть вот, ну, в смысле, господи, как же вылетело из головы, но вы понимаете, о чем я сейчас говорю. То есть мы выключаем наш режим, потому что мы снимаем со штатива, и чтобы не было желе, его всегда надо выключать. Мы идем, еще смотрим, чтобы были отключены все всякого рода автоматика по хроматическим аберрациям, по дисторсиям, по коррекции затемнения. Вот это все выкл. Это резко облегчает обработку файлов, которые мы с вами начинаем снимать. Снимаем мы с вами на 6400, снимаем мы с вами с выдержкой 1 секунда. Не смотрите на эти пересветы, недосветы, плевать на них, потому что когда начнется небо, вы увидите. Мы с вами выставляем теперь сама технология съемки, о которой я говорил. Я рассказывал, что говорил вкратце еще в каком-то даже первом ролике, но который, кстати, мы так и не сняли, но не было неба, что я рассчитал, что мне нужно приблизительно собрать света, ну, минимум 6 минут, чтобы туманность Андромеды действительно была, ну, похожа на туманность Андромеды. 6 минут – это 6,6 – 360 секунд. Выдержка у нас, заметьте, 1 секунда. Почему 1 секунда? Потому что есть такое правило 600. Если я снимаю на 300 мм, вот эти 300 мм во всей своей красе, Tamron, такой гадюшный себе объективчик, тем не менее, будет интересно посмотреть, на что он способен, то, соответственно, 600 поделить на 300 мм, это 2 секунды я могу допустить максимальной выдержки, чтобы не было трека звезд, потому что у нас часового механизма с вами нет. Значит, если, чтобы вероятность увеличить, чтобы вообще как бы стоячая картинка была, я 2 секунды экспозиции меняю на 1 секунду. Соответственно, 6 минут 360 кадров мне надо сделать. Собирать мы это все будем в такой программе, как Deep Sky Stacker, тоже очень примитивной, дилетантской. Это не ирисы какие-то, это вот для простого обывателя, такого тупого, как я. Вот, может, вы умнее там соберете в другой программе. Я пока тупой. Поэтому я рассчитал, что мне нужно 360 идеальных кадров. Но чтобы по моему опыту 360 получилось, это, как правило, Deep Sky Stacker, он не любит, когда смещение от объекта к объекту, ну, допустим, мы снимаем, небо движется, потом надо остановиться, сориентировать камеру дальше и опять идти. Поэтому здесь у нас есть перекрестие на видоискателе, у нас есть перекрестие в оптическом искателе, вот в этой трубе, которую я содрал с китайского какого-то амняного телескопа детского. И у меня есть относительно чего ориентироваться. Желательно оптически ориентироваться. Здесь мало что увидите на камерах класса SLT. И, соответственно, я делаю, допустим, 20 кадров. Выставляю промежуток между кадрами 2 секунды. Итого 3 секунды, где-то 2 секунды. Короче, 45 секунд получается серия 20 кадров. За 45 секунд объект сдвигается. Я опять подвигаю камеру в одной оси, вот специально поэтому мы выставили. Опять начинаю серию. Deep Sky не любит, чтобы это вот смещение было больше 1 градуса. Поэтому мне лучше сделать каждых 20 кадров перекладка и опять запуск. Поэтому здесь я вот выставил 20 кадров.
Я здесь выставил 1 секунду. Здесь я интервал поставил 2 секунды. И каждый раз, когда серия заканчивается, что мне надо сделать? Прильнуть сюда. Опять поправить так, чтобы был запас хода, в данном случае туманности нашей Андромеды. И опять продолжить съемку. Соответственно, если 1/3 точно получается, 360 кадров это 1/3. Сколько будет 100%? Около 1000 кадров. Соответственно, 50 серий по 20 кадров. Ну что делать? Такова жизнь астронома, долбанутого на голову, который вот, конечно, проще пойти купить классный телескоп, обсерваторию, что там еще надо купить, я не знаю, там, монтировки, вот, ну, короче, если у вас есть там 1015-18 долларов, то это еще не значит, что у вас будет обсерватория, потому что там еще куча прибамбасов, а мне вот загорелось, вот мне захотелось сейчас, я это делаю, не знаю, захотите, кто-то повторит мой путь, может, мы такое получим на выходе, что все скажут, какой ужас, лучше бы ты вообще не родился. А может, все скажут, молодец, супер класс. Не знаю, я это делаю для себя. Итак, в общих чертах, это, конечно, божественная часть нашей конструкции, как вы понимаете, она, в принципе, готова. Да, еще маленький нюанс, вам потребуется, возможно, потребуется изолента. Зачем? Сейчас мы наведемся на резкость, мы сейчас еще отрегулируем соосность, вот, огонечек какой-то может где-то зажгется или по какому-то объекту пока светло. И затем изолентой я заклею вот такую, сделаю полоску. То есть я наведусь на резкость, я зум выдвину в крайнее положение. И чтобы потом, когда вот, ну, пойдет восхождение нашего объекта, в таком положении этот зум не опускался, потому что масштаб менять нельзя, я подстрахуюсь элементарной клейкой лентой. Все, авоська, клейкая лента, смартфон, этот самый рюкзак подвешенный, гадюшный бюджетный этот, как его, штатив, шаровая горовка, свинченная с китайского этого, как мать его так, треноги этой, короче, да, украденная, в общем, китайский пром нас выручает, ребята. И вот совсем с этим вот этим мы постараемся сегодня взлететь. Я думаю, что я с вами попрощаюсь, навряд ли я уже буду выходить в эфир, разве что с красным фонариком, если вы что-то увидите. И завтра я в голос доложу, или там в ближайшее время, насколько вот эта живая конструкция, которую вот я там себе так вот изобрел, стоит ли игра свеч. Мы будем вместе собирать с вами все эти объекты, проявлять в LR, может что-то вытягивать в фотошопе, может быть нет. Ну и, короче, посмотрим потом на все, что у нас в конечном итоге, может быть, получится. Надеюсь, должно получиться. Вот, поэтому пока многоточие, не говорю прощайте, но говорю вам до свидания. Слава Богу, я теперь могу заняться, наконец, без этой съемки. Пока-пока.